Здравствуйте! На телеканале «Карибу» служба новостей. В студии Олеся Хитогурова. Сегодня в выпуске. Призрачные кафе. Как бороться с ночной продажей алкоголя? В Магадане провели алкорейд. Мастер-класс за колючей проволокой. В рамках социальной адаптации осужденных учат рисовать портреты. Ряды магаданского казачества пополнились. Семеро новых членов войска приняли присягу в Свято-Троицком кафедральном соборе. Под покровом ночи магаданские стражи порядка совместно с чиновниками, активистами и общественниками провели алкорейд. В центре внимания кафе «Призраки», где каждую ночь продают горячительные напитки с прилавка. Как в простом магазине, прикрытием служат лишь пара грязных столов. Подробности прямо сейчас. Витрина, касса, продавец. Думаете, обычный магазин? Ошибаетесь, это кафе. Свидетельство тому вот эти несколько столов. За кадром еще раковина и вроде как санузел. Именно такой нехитрый интерьер развязывает руки тем, кто делает деньги на продаже алкоголя в ночное время суток. По закону отпускать спиртное после 23:00 запрещается. Исключение – места общественного питания. И именно благодаря такому исключению в ночное время суток магазин перевоплощаются. Видели, кучу пьяного народа и увидели то, что, в принципе, они работают в режиме магазина, торгующего алкоголем. Собственно-то, пьяные, неадекватные люди. То есть проблема вот эта вот, она существует, она как бы людьми уже озвучена многими. Сейчас мы проедем еще по остальным точкам, посмотрим, какая ситуация у нас в остальных точках общественного питания. Ну и будем делать какие-то выводы. Еще в двух подобных заведениях картина та же самая. Люди, не раздеваясь и не дожидаясь меню, покупают у прилавка алкоголь и уходят. Не правда ли странно для посетителей кафе? При этом у правоохранителей связаны руки. Все по закону. По документам это общий пит. На кассе все предупреждающие объявления. Продавец проверяет паспорт. Вот только на выходе из такого кафе нередки пьяные дебоши. Просто ставить жестче вопрос, нужно ли это городу. Потому что в ночное время мы видим большое количество выпивших людей, те, которые как бы неадекватно подчас себя ведут. По сообщениям информации милиции, часто здесь происходят различные драки, стычки. Нужно ли это нашему городу? Всего проверили 3 торговые точки. Рейд позволил выявить несовершенство формулировки закона, принять это к сведению и в дальнейшем вынести на обсуждение сначала в городскую, а затем и областную думы. Но ясно одно, такая вседозволенность и открытая насмешка над законом приведут лишь к его ужесточению. Тамара Кушнир, Евгений Титов, специально для службы новостей. В Свято-Троицком кафедральном соборе Магадана состоялось торжественное принятие присяги казаков Магаданского городского казачьего общества. Подробности у Виталия Морякова. Представитель отдела Магаданской епархии по взаимодействию с казачеством совершил молебен перед началом присяги. На мероприятии присутствовали атаман городского казачьего общества Магадана, казачьей сотни Сергей Лысаков, атаман Ольского казачьего войска и представитель Ягоднинского казачества, кошевой атаман Андрей Сотниченко. Новобранцы приняли торжественную присягу перед Святым Крестом и Евангелием. Казаки совершили поклонение святыням и казачьему знамени и приняли благословение от священника. Верой и правдой, казачка. Служу казачеству, отечеству и веры православия. Протоиерей Михаил обратился к вступившим в ряды казачества с напутственным словом, в котором напомнил о святости воинского долга и казачьей присяги. Виталий Моряков, специально для службы новостей. А сейчас Виталий Красиков расскажет о самых актуальных событиях в стране и за ее пределами. Виталий, мы тебя слушаем. Здравствуйте. О последних событиях в стране и за ее пределами по данным информационного агентства «Итартасс». Посетители фестиваля «Московская масленица», который проходил в столице с 17 по 26 февраля, выпили 35 тысяч литров чая и приобрели 2 тонны сладостей. В дни фестиваля прошли около 1500 мастер-классов, спортивных мероприятий, театрализованных концертных программ, которые посетили более 130 тысяч человек.
До 3000 предметов, представляющих значительную историческую и культурную ценность, ежегодно пытаются нелегально вывести из Египта злоумышленники, среди которых были как обычные туристы, так и отлично организованные преступные группы. Нападающий магнитогорского клуба континентальной хоккейной лиги «Металлург» Сергей Мазякин стал первым игроком в истории чемпионатов России, набравшим 1000 очков. Фотография Надежды Кулагиной из Алматы номер с привидениями вошла в число призеров международного конкурса подводной фотографии. Работа казахстанки получила приз в номинации «Затонувшие корабли». Автор запечатлела затонувшее в Красном море судно «Умбрия», которое потерпело крушение во время Второй мировой войны. Несколько десятков дорожных сумок, в которых обнаружилось более 1500 черепах, перехватила полиция индийского штата Западная Бенгалия. Арестованы 3 человека, которые направлялись в город Гангарампур, откуда, как полагают, часть живого груза могли переправить за границу. На этом у нас все, и помните, новости ближе, чем вы думаете. Пенсионный фонд открыт для всех. Магаданское отделение получило высокий балл по государственной системе оценки доступности учреждений для маломобильных граждан. Чтобы все жители города могли беспрепятственно получать услуги пенсионного фонда, здание оснастили основными техническими средствами и оборудованием. Пенсионный фонд не первый год совершенствует систему оказания государственных услуг всем категориям граждан, в том числе и маломобильным. В начале этого года в клиентской службе появились тактильные полосы для слабовидящих людей, а также подъемник. Кроме того, для лучшей ориентации и навигации на площади клиентской службы посетители с проблемами зрения могут воспользоваться мнемосхемой. Мастер-класс за колючей проволокой. В рамках социальной адаптации в исправительной колонии Магадана осужденных учат рисовать портреты. Главная цель мероприятия – не столько раскрыть таланты отбывающих наказание, сколько понять, каково их эмоциональное состояние на сегодняшний день. Каждый штрих – это проявление эмоций. Психологи уверены, что даже под руководством опытного мастера, дающего четкие указания, любой осужденный показывает свои чувства. В Магаданской исправительной колонии номер 3 состоялся мастер-класс для заключенных, где художник Вячеслав Финтяжев делился своими знаниями и обучал их азам изобразительного искусства. И начинаем. И вот она голова. На шее она вставляется. Потом... делаем пропорции, да? То есть пополам делаем. Это получается у нас вот здесь будут глазные яблоки. Основной целью мероприятия стало раскрытие внутреннего мира осужденных. По словам работников Федеральной службы исполнения наказаний, зная о том, что чувствует человек, преступивший закон, легче корректировать его поведение и предугадать действия. Заключенные, в свою очередь, получают знания, которые могут пригодиться им на свободе. Когда есть свободное время, если есть возможность чему-либо обучиться, я никогда не упускаю такой возможности. В принципе, в жизни может все пригодиться. Поэтому участвую в общественной жизни колонии. Данные умения могут пригодиться, наверное, на таком минимальном уровне, это если только детям в школу что-нибудь рисовать, но не более того. Кроме того, различные мастер-классы, как и исправительные работы, помогают занять свободное время и способствуют социальной адаптации осужденных. Именно поэтому подобные мероприятия проводятся в местах лишения свободы регулярно. Олеся Хитогурова, Евгений Титов. Специально для службы новостей. В преддверии весны многие из нас проводят генеральные уборки и избавляются от ненужных вещей. Но из года в год мы убеждаем себя, что одежда, которую давно уже не носим, когда-нибудь все-таки пригодится. Как заставить себя разобрать горы вещей и куда их отнести, расскажем в следующем материале. У каждого из нас в шкафу есть вещи, которые мы давно не носим, но выкинуть не решаемся. В преддверии весны пора сделать генеральную уборку и разобрать старый хлам. Но определить, что же из всего нажитого действительно не нужно, не так просто. Во-первых, необходимо избавиться от вещей, которые не подходят по размеру. Второй, из гардероба исключается одежда, в которой мы себя чувствуем некомфортно. А затем избавляемся от платьев и блузок, которые мы храним лишь потому, что с ними связаны приятные воспоминания. В итоге остается только то, что мы действительно будем носить с удовольствием. Теперь нужно решить, куда все отобранные вещи деть. Например, можно отнести их в комиссионный магазин. Приятным дополнением в этом случае станет небольшая выручка. Принося вещи нам, человек получает деньги, естественно. Принося вещи, бывшие в употреблении, также ненужную бытовую технику, строительный инструмент, ноутбуки, телефоны, все, что больше не нужно и занимает место в доме.
О том, где еще ненужные вещи могут обрести вторую жизнь, вы узнаете в итоговом выпуске новостей 3 марта в 20:00. Корреспонденты медиахолдинга «Карибу» вышли в финал третьего всероссийского конкурса журналистских работ, организатором которого стал Общероссийский народный фронт. Подробнее расскажет Тамара Кушнир. «Правда и справедливость» под таким названием уже в третий раз Фонд поддержки независимых региональных и местных средств массовой информации провел конкурс журналистских работ. Главными темами материала стали доступная среда для маломобильных групп граждан, качество дорог, безопасность дорожного движения и проблемы ввода в эксплуатацию социальных объектов. Участие в конкурсе приняли более 1000 журналистов и блогеров из разных регионов страны. На рассмотрение оценочной комиссии они представили более 3000 работ. Материалы корреспондентов медиахолдинга «Карибу» Олеси Хитогуровой и Виталия Морякова получили максимальное количество баллов и перешли в финальный тур. Оглашение имен лауреатов состоится уже в марте текущего года. Поздравляем наших коллег! А на этом у нас все. Смотрите телеканал «Карибу». Скоро будут новости.